После развода с бизнесменом Романом Мальковым Светлана Малькова осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, а о старшем сыне Андрее, который решил жить с отцом и мачехой в Москве, и вовсе ничего не известно. Светлана Малькова утверждает, что с февраля этого года не получает алименты, а на днях состоится уже 7-е по счету заседание суда. В своем микроблоге она отметила, что ее пугает туманное будущее. У Светланы Мальковой спросили, на что вы живете, как удается содержать детей. На что Светлана Малькова ответила, пока работаю, что потом будет, не знаю. Не хочу думать об этом. Рассчитывала на алименты.